Брат, Бразерс. И сегодня мы продолжаем играть в Mortal Kombat Mobile. Готовим чеферюху и усаживаемся за просмотр. Сегодня мы пройдем башни Старшего Ветра, 200-ю битву. И начнем мы со Скорпиона Ханза Хасаши. 10-го слияния на него его кунайчик. Кунай Сирэрю. Который 25 повышения шанса критического удара дает и... Блокбрейкер. Так, змеиная кожа, 21% сопротивления всем отрицательным эффектам. И источник жизни Блейза. Поставим, который подпаливает в начале битвы. Вторым у нас Тремор Авторшок. Шар на цепи Молоха. Он дает невероятность, что второй спецприем заюзается повторно. Его маска элементаля земли, 30% сопротивления отрицательным эффектам. И сукатиш, 12% бонуса к здоровью. Так, идем дальше. Кенши, старший бог. У него его клинок Сента. Превращать атаки в неблокируемые, 45% дает возможность. Божественный плащ Аргуса, 31% максимальному здоровью и 76% вероятность наложить случайный отрицательный эффект. Лунный свет, вероятность неблокируемых всех спецприемов. Так, есть. Против нас Ночной Волк, Фуджин и Шансун. Полетели. Не забываем лайкосик, полюбосик и комментосик. Начинаем со Скорпиончика, атакуем. Вызываем Тремора, сразу Кеншика. Ну, вернее, Шансуна мы вызвали. Он превратился в Кенши. Добиваем его. Ну вот видите, маска сопротивления кровотечению сработала. Тремора маска годная штука. Так, все, вынесли одного Шансуна. Теперь клепаем Ночного Волка, проводим первый спецприем. Опа, подтянули его, проатаковали трошки. Раз. Отлично. Раз-раз, и Адидас. Так, бонусов блок. Спецприем блок. Тремора вызываем. Опа, сопротивление сработало к оглушению. Заатаковываем. Давай второй спецприем. Опа, хорошо пошло. Как сухую землю. Единственное, что мало хп, конечно, отнимается у Ночного Волка. Так, вызываем нашего Кенжика. Делаем первый спецприем. Так и не высосали у него, конечно, ни одного деления силы. Еще раз первый. Ну, сейчас уже вышло. Так, вышел этот Фуджин. Все, заблокировал нам спецприем. Гадин. Так, Скорпиончика проатаковали, блок вовремя не поставили, и он наш пиговал, еще повесил ураган. Проводим первый спецприем, подтягиваем, проатаковываем. И сейчас, наверное, будет вафта. Не, повезло, мотал я быстренько. Так, первый спецприем от Ремора. Полетел шарик. Так, у нас сопротивление. Опа, сейчас все, пока Тремор. Скорпиончик. Давай первый спецприемчик. Опа. Все, улетел. Так, за Кеншика второй спецприем быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну и все, и резину. Кеншика, блядь, убили. Такой красочный, неплохой, конечно, рентгенчик от него. Ну, все, жопа. Жопа волосатая, роба полосатая. Ну, мы сейчас продолжим с ними сражаться. 4400 золотых нам дали за этот бой. Так, второй бой, пошли-ка. Сейчас, надо Ночного Волка этого выкурить. Хлоп, мусорок, не шеи мне, сорок, машинка Зингера иголочку сломала, всех понятых и полублатных, больше я никогда и не видала. Так, протоколы Фуджина, надо нам сейчас потихоньку уже вызывать Тремора, чтобы нахлобучить Ночному Волку. Опа, первый спецприем, соточка. Так,
атакуем. И сейчас должны мы его добить. Да. Все, улетел. Ну а теперь остался Пузин. Будем ему сейчас наклепывать патрушки. Ну, конечно, он же наносит нам колоссальные, а мы ему вообще капля в бой. Так, тремором оглушаем. Атакуем. И да, первого спецприема, да, сейчас мы первым нанесем немножко урона. А вышли, то атаковали. Да, нам было, конечно, первого спецприема лучше использовать, а не добивать. Так, оглушили. Так, Кеншик, второй спецприем, быстренько. Нам было, конечно, проатаковать сначала чуть-чуть. Короче, жопа Кеншику. Ну, хорошо сработало, бессмертие. Так, атакуем. Первый спецприем пошел. Ага. Тремора вызвали. Атакуем. Первый спецприем. Конечно, нам осталась одна подача, чтобы он сделал нам и все, и а-ля уюга на гусей. Ну, пока оглушили, надо ему на клопой. Не забываем лайкосик и комментосик. Ну, подписаться, конечно же, вам это ничего не стоит, а для меня это важно. Тут же нам нахлобучил. Ну все, сейчас за Кенджика первый заюзаем. Проатаковали еще раз первый. И поражение. По времени не успели. Итого, что нам дали? 4 монет, ну 4000 монет золотых. Ну такое себе, конечно. Поздравления. Так, и вот у нас третий бой за против Фуджина. Надеюсь, мы сейчас его кокнем. Угу, проатаковали, проатаковали. Ну, болотка. Опа, отпустил блок вовремя, ну, здесь. Еще что, у него бессмертие сработало. Первый спецприем. Опа, здесь у меня. Проатаковали. Кого-то мы воткнули. Так, вызываем тренера, чтобы оглушить его немножко. Оп, и все. Так, что нам дадут за это? Какую же алмазочку, интересно? Которая у нас уже есть или которой у нас нету? Сейчас мы посмотрим. Опа, Ассасин Китана. Так себе, конечно, персонаж. Не люблю за нее играть. Ну а что ты сделаешь? Будет у нас первое слияние теперь. Это Ассасин Китана. Ожидал я, конечно, чего-то другого. Люкенчика, может, алмазного. Или еще что-нибудь. Так сфотографировали ее на память. Опа. Фоточку в группу потом отправлю. МК. Так, ну что, любые друзья, на этой ноте будем заканчивать. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. С вами был Дарк. Как-то так. Всем пока.